саженцы крыжовника Садко нетребовательны к условиям выращивания, хорошо чувствуют себя на песчаных почвах, суглинках, но не переносят излишнюю влагу и кислые грунты. Сорт рано начинает плодоносить, уже на третий год после посадки. Особенности сорта Садко. Слабо развитые шипы. Окраска ягод, светло-красная. Вкус плодов приятный, столовый. Кожица плотная, с восковым налетом. Урожайность высокая. Плоды отличаются хорошей транспортабельностью. Крупномеры Садко следует регулярно опрыскивать, чтобы предупредить пятнистость и защитить растения от мучнистой росы. Крыжовник обыкновенный Садко – это кустарники. Важно, что крыжовник обыкновенный Садко самоопыляемый, обои полый. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наши видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.